Геометрические формы, крупные оправы, яркие цвета и оригинальный декор. Прозрачность, зеркальность и даже стиль хай-тек. Вот лишь некоторые из актуальных тенденций солнцезащитных очков сезона весна-лето 2013. Мировые фэшн-дизайнеры предлагают такое разнообразие расцветок, форм, материалов и оправ, что голова идет кругом. Как не растеряться в этом модном многообразии, быть может, спросите вы. Сегодня мы вам в этом поможем. Своеобразным гидом в мире очков выступит Felicia Optic Center. Этим летом дизайнеры предлагают нам очень большое разнообразие и очень большой выбор очков. Я хочу начать, так как сегодня Лорена у нас в спортивном стиле одета, поэтому мы начнем с знаменитого Ray-Ban, который в этом году также очень актуален, и именно круглые формы. Я попрошу Лорену померить. И очень хорошо в золотой оправе. А теперь вот немножко побольше. Круг у нас увеличивается, он становится больше. В этом сезоне у нас, наверное, подразумевается такое же жаркое лето. Мы советуем всем защищать глаза и подумать о надежной защите ваших глаз этим летом. Продолжаем теми же круглыми моделями очков. Это, как мы говорили, могут быть круги поменьше, могут быть побольше. Сейчас мы видим круглую оправу Giorgio Armani. Конечно, здесь уже совсем маленький круг. Они смотрятся очень стильно, конечно, своеобразно. И для тех, кто рискнет их одеть, но гарантия стильности от Armani – это гарантия необычного вашего образа, если вы этого желаете. Также мы можем говорить о круглой форме, немножко цветной. Это у нас будет с красным цветом. С красным цветом желательно, чтобы вы были очень осторожны. Он подходит не ко всей одежде, желательно, чтобы было в одежде красное, или же это должен быть спортивный стиль, джинсы, майка. Также у нас модный в этом сезоне модель авиатор. Модель авиатор, она всегда модна, всегда. Только этим летом мы можем увидеть немножко другое разнообразие этой модели. Как в данном случае, это вот зеркальное покрытие, даже все оттенки металлических покрытий, золотистых, серебристых, чем больше, тем лучше, очень модно в этом сезоне. Можем увидеть другую модель авиаторов, только в другом цвете. В данном случае это будет розовый цвет. Здесь уже мы имеем желтую оправу. Опять-таки с цветом мы рекомендуем быть очень внимательными. Желтые очки будут очень ярким акцентом, поэтому если вы готовы к этому, носите их смело. В этом сезоне, что очень модно, это прозрачная форма оправы. Прозрачная форма оправы подразумевает также очень прозрачное стекло, либо стекло в тон оправе. Если это прозрачно-розовое, значит будет розовое стекло, очень красиво смотреться. Если это полностью вот прозрачное, как в данном случае, оно будет иметь оттенок принта. Комбинация двух очень актуальных направлений – леопардовый принт и также прозрачная оправа. Также у нас здесь вариант полупрозрачной оправы и знаменитая модель Wayfarer. Wayfarer, они актуальны всегда, и сегодня и сейчас в этом сезоне они будут актуальны в разных цветовых исполнениях. Это еще одно направление, очень популярное, очень модное в этом сезоне. Модель кошачий глаз, cat eyes так называемый. И эту модель мы можем увидеть в абсолютно разном исполнении. Здесь мы видим легкие металлические
элементы, которые украшают верх оправы. Это оправа от Yves Saint Laurent. Она также исполнена в принтовых модных цветах. Если мы заметим, то здесь кончики, они выше подняты. То есть это у нас уже стиль 50-х годов будет больше. Еще одна разновидность этой модели будет комбинация черного и других цветов. В данном случае это будет красный с белым. Очень хочется рассказать об этой необычной модели от Dolce & Gabbana, где под пластиком мы можем увидеть кружево ручной работы, которое зафиксировано под пластиком. Поэтому в этой черно-белой гамме оно придает этим очкам необычную элегантность, романтическую женственность. Очень часто в нашей жизни не хватает яркости. То, что мы можем заметить на улицах зарубежных стран, зарубежных городов, мы можем увидеть очень много ярких молодых людей, которые носят очень яркие оправы, очень ярких цветов. И мне бы очень хотелось рассказать о не совсем обычных формах, не совсем обычных оправах, не совсем обычных цветов. Вот, допустим, как эта модель от Oakley, оранжевого цвета, с очень сильно зеркальными линзами, стеклами, также оранжево-желтого цвета. Это очень популярный бренд в Америке, второй после Ray-Ban. И он всегда будет смотреться как очень ярким аксессуаром на вашем лице. Наш ряд необычных оправ продолжает оправа Dior от Dior. Это очень смелая форма, вызывает слегка улыбку, потому что она на самом деле неординарная, но в этом ее прелесть. Здесь у нас необычная оправа от Emporio Armani. Необычна она тем, что исполнена из бархата. Очень интересная и очень необычная форма. Бренд Balenciaga нам предлагает. Это очень геометрическая форма очков. На вашем лице она точно очень будет выделяться. Обычно очень часто используются такие модели в фотосъемках, так как они привлекают к себе внимание. Также, если вы выберете такую форму оправы, она также будет привлекать внимание. Наша модная лекция об актуальных в этом сезоне солнцезащитных очках завершена. Не знаю, как вы, а я с выбором модели очков определилась, чего и вам желаю.